Башкирии гостеприимный народ, как бы мы всегда приезжаем с подарками, потому что мы хотели бы вас поблагодарить за то, что вы спонсировали наши соревнования, наши зарыбления. Серьезно? В прошлом видео уже я говорил, да, Ольге сказать спасибо. К сожалению, я ее не увидел, я хотел с ней познакомиться лично, с вашей женой. Вы же не против, да? Против. Чисто партнерские отношения, я тоже женат. Поэтому мы вот, как вы и просили, мы в тот раз делали много подарков. Это наш традиционный чак-чак. Просто у нас его размели вообще за милую душу. Реально люди, ну, были признательны, потому что это с душой. Было очень вкусно и благодарю вам. А я смотрю от вас там приятно. Фото чак-чака, сообщение. Думаю, ну мы и так как бы... Очень приятно, благодарю вас искренне. Ну и наш фирменный мед. Да. Это от подводника. Можно, можно понюхать? Да, понюхайте. Это башкирский вкусный мед. Детство, сразу детство пришло с медом. Помню, утром встаешь в деревне, и молоко с белым хлебом и с медом, вот такой запах. Там еще хлеб просто такой обалденный. Настоящий был, да? Разнотравье? Да, здесь там... Да, обалдеть. Вообще круто. Вообще шикарно. Я вам, помните, тогда цветочный привозил? Да, тоже, да. Один магнитик мы вам дарили, вот. Это со слета? Да, прекрасно. Слета. Это вот второй прекрасно. Магнитик. Коллекцию. Да, да, это вам. Шикарно. Ваша компания а здесь была нашим здесь? Спонсором. Вот я вот здесь в красной куртке стою. Вот это все здесь охотники. Это еще не все участники у нас. Класс, круто. Вообще, благодарю вас. Очень приятно. Да, потому что мы первый магнитик вам дарили. И сегодня нет Светланы Майоровой. Я ей написал, что мы небольшие. Ну все, мне, давайте я там разберусь. Да, да. Мы обязательно это видео сделаем, чтобы не ушло никуда. Мы вот такой кружечку нашу, подвох Башкортостана с нашим флагом. Ну, Светлана Майорова не написано, прекрасно, да, передадим, да. Все передадим. Ей, пожалуйста, передайте. Конечно. Света на видео как осталось. У меня как раз сяжки нет, так что все передадим. Мы же вам такую дарили уже. Ну, к сожалению, она ушла в мир. В мир? Вечная охота. А, ну, бывает, ничего страшного. Ну, еще отправим, если нужно. Компания «Пеленгаз» живет благодаря таким людям, как Радмир. Спасибо. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо.